Всем привет, я Евгения Пиштанкина, и это Clutch TV. Сегодня я в горке, и здесь крутое событие. Это день рождения ТОП-10 Ярославль. Это лучшие ведущие города. И сегодня молодожены получат возможность выиграть подарок. Это проведение свадьбы от ТОП-10 Ярославль. И если вы молодожены, вы должны были быть здесь. Пойдемте посмотрим, что здесь такое. Сегодня очень крутая киновечеринка, объединение популярных ведущих ТОП-10 Ярославль. Здесь круто. Здорово. А какие у вас планы на этот год? Мы хотим завоевать мир, но замахнулись пока на Брагина хотя бы. Ну, там все клубы взять под свой контроль. Ребята вообще отличные, молодцы. Они именно интересное самое, это сочно собирают, выжимают. На самом деле интересно и на них посмотреть, послушать. И ты начинаешь вдохновляться и думать, а может быть свадьба? Как вы боретесь за главный приз? Хотите победить? Ну, хотелось бы. Мы выбираем себе ведущего на свадьбу и вообще, что у нас будет на свадьбе. Познакомиться с ТОП-10, посмотреть, как они поступают. Сейчас тенденция такая пошла, что женихи тоже красивые, а не как раньше, значит, невеста принцесса и рядом что-то в костюм завернуто. В зале есть женихи? Кто считает себя красивым женихом? Похлопайте, пожалуйста. Все женихи. Один считает, все нормально.